Признание – это то, о чем мечтает каждый артист. И в этом году у тамбовских вокалистов старше 18 лет появилась возможность заявить о себе, даже несмотря на пандемию. В нашем регионе впервые прошел онлайн-радиоконкурс «Высота», у которого есть все шансы стать доброй традицией. Соревнование певцов организовано Управлением культуры и архивного дела, Управлением информационной политики региона и компанией «Прохоров Медиа». Перед членами жюри стояла непростая задача. Им пришлось оценить порядка 60 работ. Мы не слушали вокалистов в плане живом. Конечно, это было бы лучше в живом оценить, но когда ты... Вот я слушала, несмотря на фотографии исполнителей. Мне было очень интересно услышать вот голоса, услышать их интонирование, услышать их взгляд на то или иное музыкальное произведение или услышать их собственное произведение. И это очень важно. И самым радостным является то, что в жюри не оказалось никаких разительных разногласий. После отборочных туров сформировалась десятка финалистов, а уже их судьбу определяли слушатели радио. В результате лидером в глазах меломанов стала Василиса Пашковская с песней «Повзрослели мы». Примечательно, что о победе Василиса узнала в годовщину начала авторского пути. Ровно 2 года назад она выложила в соцсети песню собственного сочинения. Позже девушка собрала музыкальную группу и сейчас выступает в ее составе. В качестве приза вокалистка получила 2-недельную ротацию на русском радио и уже знает, как распорядиться наградой. Во-первых, я, конечно же, всем расскажу. Напишу пост в группе. Вот, получим с группы поздравления. Я думаю, что люди будут очень рады, особенно поклонники творчества. Вот. Ну и следующий шаг — это запись альбома. Сейчас хотя бы люди услышат, придут в группу, может быть, подпишутся, будут слушать, и как раз-таки начнем работу. Помимо Василисы, в течение 2 недель по радио можно будет услышать творчество серебряного и бронзового призеров конкурса, а также пары исполнителей, выбранных жюри, и еще пары, ставших лидерами голосования в соцсетях. Что ж, победитель, а точнее победительница определена, и с ее творчеством вы еще успеете познакомиться поближе, но мы не прощаемся с другими участниками, ведь 24 января в драмтеатре планируется гала-концерт. Дмитрий Сергеев, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, «Область новостей».